Более 600 тысяч жителей Афганистана стали внутренне перемещенными лицами, беженцами в своей же стране. Такие данные приводит ООН. Подавляющее большинство из них бегут с совершенно нестабильного юга на чуть более безопасный север. Под Кабулом расположен целый лагерь под названием Гельмент. Там живут беженцы в основном из этой южной провинции. Таких лагерей полсотни только в районе афганской столицы. В Афганистане даже те, кого война почти не затронула, живут в очень непростых условиях. А уж в лагере беженцев про водопровод и тем более электричество даже не приходится говорить. В этом лагере живут где-то 850 семей. Они пришли из Кандагара, Гельмента и Урузгана. Мне жаль говорить об этом, но даже животные не могут тут жить. Проблему осложняет то, что многие подобные лагеря официально не зарегистрированы. Их обитатели не могут рассчитывать даже на ту скудную правительственную помощь, что достается другим. Власти призывают таких беженцев возвращаться домой, но подавляющее большинство из них предпочитают совершенно нищую, но хотя бы относительно безопасную жизнь.